Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. У нас уже несколько дней идет дракон, новый дракон месяца Лев. Я тут пытался в комбинации 5 вывести хамелеона, в общем-то у меня не получилось. Я думаю, сейчас мы переключимся на выведение дракона Льва. Так, как вывести дракона Льва? Типа, самая крутая комбинация — это огонь плюс нефритовый. Но у меня, по-моему, нефритового нет дракона. Нефритовый дракон. А ну-ка, лучшая комбинация Льва. Огонь плюс нефритовый. А нефритовый-то это какие у тебя стихии, ёшкин ты кот, могли бы нарисовать, а то непонятно. Ну, в общем-то, вот я буду, скорее всего, использовать комбинацию ветер плюс жучок. У меня как раз вывелся жучок колдовского разведения. Сейчас мы его качнем и пустим его в комбинацию к ветру. Так, ну вот и видите, дальше дальнейшие дубины у меня нету. Зелень плюс дубина. По-моему, самый высокий коэффициент был... Короче, ну, ветер плюс жучок — это не самый высокий коэффициент. Ну, там разница небольшая. Там 5-6%, 1% там разница между этими комбинациями. Так. А как бы так? Нефритовый, ё-моё. Как бы попробовать нефритовый? Есть ли у меня нефритовый? Сейчас попробуем это дело проверить. По-моему, нет. У меня нефритового. Так. Так, нефритовый. Ай, ты, ё-моё. Вы. Ну, чё за фигня? Ищись давай. Так, нефрита. Ой. Типа нету такого, да? А ну-ка. Проверим. Просто с клавиатуры Анубис. Анубис находит, да? А нефритового, значит, у меня все-таки нет. Я промахнулся. Да. Ну, все тогда. Тогда идем качать жучка. Жучок нас ждет вот здесь. Так, а ну, назад, назад, назад. Та-дам! Вот он! Вот, короче, так выглядит наш жучок. Давайте мы его будем сейчас сразу кормить. Ну, на 20-й сразу мы его откормим. Ну, реально, прикольный, очень уникальный дракон. Он не похож на 2 миллиона остальных драконов, как говорится. Он уникально выглядит. Так, интересно, есть какой-то дракон, который на него похож? Ну, это, наверное, какие-то типа китайские, чаньчжэнь всякие там могут быть похожи немножко по структуре. Так... Чё, прикольно, он так машет, машет. Так, будучи мастером подражания, дракон-жучок может менять свой внешний вид и приводить других в замешательство, заставляя думать, что им грозит опасность. Тренер уже не раз замечал, что дракончик надевает его плащ и предлагает другим драконам укрыться от дождя. Так, 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 так. А заколдовать его отсюда нельзя, да? Нужно вот сюда заходить. Мы его сразу колданем на 2 звезды. Теперь давайте мы найдем дракона ветер, да? Там у него 2 стихии, да? Так, или подожди, как там тебя зовут? Ветер, 1 стихия. Где ты, мой дракон ветер? Его тоже сразу... Вот это ты? Да, это ты. А, он не заколдован, ну давайте еще раз колданем. 21 уровня, отлично. Отлично. Давайте сейчас посмотрим, что нам предложит, собственно говоря, автоматический вариант, чисто ради интереса. Ну, ерунду он какой-то мне предложил, да? Ветер. Так, 21. Так, вот ветер. А здесь у нас будет жучок. Так, где ты там?
Так, земля, мед. Блин, я, кстати, не посмотрел, так как его... А, жучок. О, все правильно. Ты думал, жучок, жучок, он-то жучок. А как его зовут? Все-таки его так и зовут. Так, ну, 6 часов, значит, у нас пока что дело не получилось. Так, что у нас тут? Кто хочет помощи? Так, Лада, Рейзис, Нес Бриджес, ха-ха, прикольно. Так, Костя Ниндзя, Диана Кошечка, Вероника, Тейлс это Хвостик и Термирхан. А, Тимирхан. Так, я-то уже думал, с Терминатором что-то связано. Так, давайте заберем подарочки, которые вы мне прислали. Так, у нас ничего лишнего. О, уже остались лишние. То есть мы уже восстановили лимиты полные после... После прошлой замковой акции. Так, что у нас тут еще по акциям идет? Здесь не участвую. Ну, здесь тоже не участвую. Фермера я... так, соберите как можно больше еды. Наверное, пропустим. За это я уже выполнил. Битва с боссом. Ух ты, прикольный, да, такой ковбой, и у него лассо. В общем-то, как видите, мне осталось сколько, где тут время пишется. Я, в общем-то, прошел 2,5 круга. Осталось еще 2 дня. Ну, по идее, успею. По идее, ребятки, успеваю. Так, ну и что? Так, клановых событий у нас сейчас нет. Оно у нас недавно закончилось. Выиграть битву в тенице, изменился логотипчик. Кстати, я вот такую штуку заметил. Я не знаю, когда она появилась. У нас новый остров появился. Но это, наверное, уже давненько появился. И здесь какие-то спец, вот эти вот жетончики. Вот когда ты нажимаешь, видите, здесь появляется вместо еды вот такие вот жетончики. То есть эти жетончики, небось, надо в темнице. Это остров темница, да, он очень похож, что-то мне так кажется. И значки, они явно как-то связаны. Так, ну тут я прям не знаю, что делать. Ну, он, наверное... Сколько, ребятки, стоит этот остров? Напишите в комментариях. Ну, мне как бы, да и вот этот покупать как бы смысла нет. Ну, 250 миллионов у меня было. Я мог уже его купить, но как бы туда размещать нечего. Давайте мы сейчас посмотрим на жилище. 120... О, я еще одно жилище могу построить. Прикольно. То есть, может, это увеличили лимит, что ли? Так, ну здесь у меня все занято. Давайте зайдем еще в колдовство. Я тут давненько не сражался, видите, откатился прилично так. Так, 50-й. Берем архангела, Миху и 2 металла. Он у нас самый слабенький. Но сейчас мы уже ниже 900, здесь должны быть легкие противники. Можно как бы и на весь экран уже открыться. Классик. Дракон. Ну, вообще, да, изи катка идет. Овен дракончик прошлого месяца. А, не, он был прошлый рак позапрошлого месяца. Хотя, зачем я это сделал? Я и так его бы уничтожил за один удар. Вот это, типа, самый сильный. Блин, ничего себе, какой крепыш попался. Так, у меня тут что-то музыки нет. В игре надо сейчас опять в настройки залезть, сбились. Игра обновилась, да? О, мы и тут сундук открываем, это хорошо. Ну, птички поют, конечно, приятно, но... Но мне бы еще и музыку послушать. Постоянно отключается музыка. Не знаю, с чем это связано. Давайте посмотрим, какого уровня, в принципе, здесь сейчас противники. Но... Ага, потеря связи Wi-Fi. Ну, это глюки какие-то игры. Эмулятор-то подключен по проводку.
Ну вот тебе на, перезагрузилась. Сохранилась ли вообще результат нашей прошлой битвы? Вот в чем вопрос. Так, как там, ребятки, ваши успехи? Успели уже вывести месячного дракона? Какую комбинацию использовали? Код дружбы, кстати, вот вверху 5B0F59, так что добавляйтесь, друзья, кто еще этого не сделал. Ну и кто новенький, то можете тоже написать свой код дружбы в комментариях, чтобы вас добавили наши другие игроки. Так, давайте сейчас надо обязательно проверить, как бы, что у нас сохранилось. Так, ну да, на выведение, то есть это мы успели сохранить. А по лиге колдовской... Ага, вот, да, последняя наша битва нифига не засчиталась. Вот так вот. Так, ну погнали. Неужто ли тот самый противник? Нет, не тот самый, ну ладно. И музыка опять не сохранилась. Что ты будешь делать? Я слышу что-то не то. А у нас музыка снова не играет. Так, Гипоэстес. До свидания. Тот же Гипнос. Так, крепкий был. Так. С одного удара. А кипение или кто у нас был там последний противник? Он держался намного лучше. Так, ну боевой сундук сейчас еще раз откроем. Блин, ну в прошлый раз награды были намного лучше. Или это были уже с боевого сундука? Ну нет, по-моему, что-то то же самое нам выпало. Так, давайте снова идем включать музыку. Надеюсь, это не из-за музыки, а его глючит. Это будет неприкольно. 51. 51 на все звезды, это довольно круто. Так. Что делаем? 50-й. Вот это, в принципе, то, что нам подходит. Давайте возьмем вот такое. Ух ты, ё. Неужто ли нам прям тут все так жестко будет? Мы не затащим такого дела. О, не, все, попустило, стало легче. Чё, время по музыка не играет? Так, тут что-то опять случилось. Музыка упорно не хочет нам сегодня играть. Так, ну, по крайней мере, здесь легко. Блин, ну опять музыка не играет, ну что ты будешь делать? Давай еще скажи, что ты опять связь потерял. Да, ребята, опять, блин, связь потеряла. Ладно, тогда на этом будем заканчивать наше видео, потому что мне кажется, что оно опять перезагрузится. Не будем ждать новой загрузки. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.